Мой. Мистер Ке. Они не хотят тебя соблазнить. Спасибо, пришел сюда. А чем мы ждем? Что вообще за заминка? Танка ждем. Да я тут уже. Там шаман Трик что-то бежит. А где же чарка на плечах? А где же чарка на плаще? Да, ну, так скорее всего и будет. Че, вон, сколько у нас еще? Да. Иди рыбу поешь. Шашлычок ливает. Давно уже здесь офнулся, если чё. Обидели пацана, мы писали в норку. Ну, он вчера тоже так жил. И вот с нами тогда, наверное. Накинуть с него толпы такой. Пиздеть нет. Пиздец, не выдержал. Накинулись, как будто шашлыка не видели. Ну это из головного да. Края. Каску дайте. Вот. По ДК тоже каску надо. По шаманам каску надо. Шаманам крест надо. Кресты там. По лоте крест надо. Кресты, еще раз повторяю, по локу, по шаману, по паладинам, по ханту, по друидам. О, ханту, крест. Никто не нашел. Постоянно вкашет, понимаю. Вчера на отхипе, блядь, сел покушать рыбу и что-то и не встал. Наверное, ноги отказали, блядь. Так это второй уже работал. На этом еще. Все, дают таймер. Там Холли Пау бы подождал, он в центре.
Орда, да, теперь вы преступники. Не. У РДД уже 2 ляма, а у миликов 2-3. Что, стопать? Ну да, РДД чуть стопнет. Милики до наши. Разница пол ляма почти. Стрю пацаны не сильно хотят стопать. РДД стопнет. Да нет. Что, играем РДД? Отлично. Перепрыгиваем. Блядь. Войд, пока не танчишь, да? И да, Войд заберешь. Надо ману залечь. Кто темп поставил? Минус. Иди на ману, хочет. Прикольно, через центр бежать, да? Я второй раз не допрыгнул. Это же ненормально, да? Ну, он не переводит, кстати. Ну, вообще надо просто это. Чуть быстрее, как только дебаф появился, сразу перебегать. Может это слакает. Да, там всего 5 секунд есть. На сразу реагировать. Я, например, на блинке по центру прыгаю и нормально. Да нет, тут смысл. Доложиться надо. Да пусть люди чуть по этому. Помучаются, побегают. А чё ты про нас завтра? Вот я сейчас попытаюсь... Да, мы завтра бы про нас сделаем. Ты сейчас перебегу. Вик, смотрим внимательно. Поменялось. Ты сейчас перебежал и никого не ударил, и никто не ударил. Так что все нормально, по центру побежал. Просто быстрее надо бегать. Залейте шамику, ману. Баллада, отдай гимна, ману. Сдвиг, смотрим. Тихо. Думаю, вы же понимаете, что у кого остается тот же баф, вы не двигаетесь, просто дальше будете. Попробуем. Да нет, ДД был речь. Вик, смотрим. А у него берса есть? Нет. Потому что... Да давай это... Лакрим, фьюж, сарказмия. Да ресник Кадыров, Кадыров нормально дает. Так. Фьюжи, наверное. Здесь.
ты Фьюджа, Шакит, Кадырова, Лакрим. Реаниматор, Лакрима. Не надо Лакрима, он курить ушел. Я понял, не надо Лакрима, реаниматор, давай с оргазмом. Нет, смысла нету, полярность не вешается, убивает сразу. Да просто в сторону надо отойти. Берна с ренжа отдавать. Просто Ник. Когда пойдешь, отходишь. Сразу же шоты. Меня резнули, я поднялся, мне сразу шоты. Там бы с маной что-нибудь решить какую-нибудь херню. Кого имя там? Гимна ман. Не подходи с оргазмом. Жди баф. Просто встречу БЛ есть. Сбей их смотрим внимательно. Еру, да? Давай, Еру, да. Она только что отдала. У меня 3 минуты бочка. Шакит, отдай имя по Шамику. Прогазный появился добав. Отвлекли человека, блять. Засмотрелся на дебаф. Ну, так плюс крестики, братан. Ты к минусам пришел и просто умер. Бать, ну, четвертый раз плюс кидает, тупо стою на месте вообще по кайфу. Ну, если у ребят мана не закончится, то, в принципе... И кончаться, мне покер. Ну, у меня тут проблемки возникают небольшие. Баллада сколько это длинно на ману? Баллада, как о, только откадешь... А у него есть берешь. Парни. Бля. Ну, где-то 4 минуты. Да не, навряд ли 4. Ну, наверное, не, где-то или 5, можешь, или 6. Подожди, БР... 8 минут прошло. 8 минут? Ну. Да, у него 60 лямов, мы снесли 24, получается. Как бы, ну, да. Потому что трупов много было. Ну, здесь ДПС нужен. Здесь, если даже люди будут жить, но мало давать, то мы все равно его не успеем убить. Да, и ДПС важен. Чем больше живых, тем больше бафа, блядь, на урон. В этом прикол. Да. Вы же стоите в куче и друг другу бафаете. Да. Что а делаем? Еще разок потраем. Ну давай еще один трайм. В день два босса как-то. Ну. Просто завтра, может, тогда пойдем Бладхиба убьем, потому что мне кажется, что мы его убьем. И потом пойдем Тадиуса. Я тебе больше скажу, Бладхиба, потом всадника, потом Тадиус. Ну или так, на всадниках я давно был, и Нилик, я уже не помню. Ты помнишь, что там надо бегать, что-то сбивать косты, блядь? Ну, ну, мы в десятке вообще на изи закрыли. Ну просто я года полтора или два был. Десятый меньше бьет. Раза в три. А тактика та же. Ну, блять, попробуй прохиль по 12 тысяч плюс. Раз в секунду. Ты же не один будешь хилить.
Ну, там два хила как бы не успевают. Там же, понимаешь, по двоим прилетают по 12 тысяч, не в одного. Касса сбивает, там вроде ничего не прилетает. Вот в этом-то и вопрос. Два челика сбить надо. Ну, если поставить блок ДК, то, в принципе, вполне можно успевать по КД. Сначала один, потом второй сбивает. Там уже другой вопрос. Вопрос в меткости. Да хз, я там и фуриком сбивал, блядь, и ну, там... Не думаю, что будет проблема. Несваров, не, я к чему это говорю, что десятки там можно вообще тупо хила поставить, там прохиливать или насрать. А здесь нужно тупо сбивать. Я на X1 был в Асгардах. Панели, блядь. Я сейчас аллергия начнется. На Асгардах. Не могу выпить всех. Блять, ну... Так вышло. Что? Как, да? Ну ладно, помолчу тогда. Да ладно, ладно, я шучу. А кто это вообще? Райт Рэббит. Вообще не через Асгарда все прошли. Ну, на X1, когда они были за Орду, я там был, получается, с Лур, может узнает Женя. О, Малур, Минг. Я там был, у меня пиво кил, там текло вот такое вот, у меня не было. Это не... это где? Ну, да, рассказывай. В миксе были, да? Да, он, походу, обидел. Что-то вы сегодня слишком токсичные, блядь. Слышишь, а что если типа хилам чилить вообще, типа разбиться на группу? Там, на рейнджоне. И от группы. Дебаф-то. Ну будет вешаться. Ну вы можете, в принципе, стать на рейнже, получается, два справа за квадратом на рейнже между собой 10 метров. Хилы тоже дают баф на урон. Я понимаю, что хилы дают баф на урон. И пока они бегают, можно поебать. Саш, поставь рыбу, Сим сейчас начни рыбу есть, и можешь отойти, только сначала фулл баф по рейду сделай. У нас там Саш, люди еще бегут. У нас вас и котик-жмотик бегут. Окей, блин. Шаки. Да пусть идет, как раз придет. Шаки-то нет. Юля, думаю, да, не знаю, сейчас посмотрим, как мы это закончим. Если закончим, ну, через 10-15, поможем скидить на теле. Куда вы хотите? Да, у нас этот теле остался в десятке. Давайте, фулбаф, побежали. О, Сашка поставил рыбу. А рыба стоит, кушает. И Саш, слушай, как все хомячат себя. Да, особенно когда видно, делать вообще там огонь. Все, поставим. А, по ханту крест дайте, блядь. По престам крест. Короче. Да, она походу еще стоит. Платье он дэй, он через одну две минуты тоже на трайпать может подтянуться. Одного человека будет больше. Ну, кстати, да, он дэй может взять.
А, один трай. А он завтра как, в 8 будет или нет? Не знаю. Ну, сейчас, короче, он может на что-то один трай ебануть. Только повернулся. Сейчас этот Сашка, Сашка. Сима тут? Да, там Аунде сейчас будет прийти. Тим по фьюджу крест. Полу запустили уже. Да вроде как хлеб не рабочий пока что. Или уже сделали. Кого, лед? Не, не лед, камень. Нет. Они в первый день включили его, и потом все, его ранили, короче. Это не работало. Вообще самого Ола не было. То есть нет боев. Он в онлайн. Ты либо дай ассиста, либо сам ему кинь инвайт. Ну, варусником, вар, да, ассиста я возьму. Да, взял я. Че, Миша кинул, да, ему? Да, только не принял. Давай шкаф сразу сумоним и подойдем. Так, Фьюдж, ты тогда можешь направо идти. Раз у нас плюс 3, ты можешь направо идти. Который придется постоянно. А он Дэйв здесь? По крайней мере, он в инсте. Дайте ему бафы, да. Каску МП5, бафу. Ну, у приста нет ни каски, ни МП5, ни лап, а лапа есть. Каски МП5 не вижу. Все, все готово. Надо ждать. Я сейчас вылечу. Ру-ру. Сколько сейчас броня? 27 косарей. Ну а когда на фойне мне 28 200. Может и зайти, когда там. Фиш, подойди чуть ближе к нам, чтобы да. Стопните на пол ляма, пикшаете. РДД, стоп. Мы не играем по галат. Стоп, мы никто не домашний. 600 тысяч, чем гоним.
400 тысяч в год. У меня сейчас мало. Да, дамажи. Обе стороны дамажи. Все выровнено. Вадима, он да и на всякий случай тебе озвучу. В крест плюсы, ну в красный. Я прочитал все нормально. Плюсы по правой стороне. Плюсы по правой стороне отбегают, да? Плюс. Не, через босса можешь бежать, просто ближе стань. Издык полярный. Можно внимательно. А можно имеру навесить? Баллада один на ману. Да, можно босса развернуть, чтобы милики не в морду били? Нет, как полярность. Он на месте стоит. Так сказать. Двиг смотрим. Давай поди Геру. Да, давай Геру. Ну, в сторонку потом уйди и со сторонки урезь. Сдвиг смотрит. Ребят, вставай и стой пока там. Ну блять, ну зачем? Ты стыдник какой-то. А, котик жмотик, гимна ману. Стойте кучнее, чтобы на всех стаки висели. Блик смотри внимательно. Что хпс не снимает? Сдвиг смотрит. 2 секунды. Аундей один на ману. Содиум, если есть, тотем на ману. Я на прошлом гейме сдал. Понял. У меня будет. Скажешь, как у тебя будет тотем? У меня бочка есть. Ну, а, сейчас после сдвига тогда скажу следить. Сдвиг смотрим. Как только поперебегали, шамик, тотем, капуста, гиннаман. Баллада, сколько у тебя до гимна? Смотрим внимательно.
Если ДПС не упрёмся, то да. Ты к такому не привык? Вид. 3 секунды ждем. Смотрим внимательно. Смотрим внимательно, сдвиг. Баллада, сколько до гимна? По откату между сдвигами смотришь, как только сдвиг прошел, отдаешь. Смотрим внимательно сдвиг. Верста. ДПС. Да, я уже. Я же говорю, что по ДПС не проходим чуть. Здесь 3700. Ну, на станк, наверное, уже 3800, если что. Ну, у нас до 14 места 6к у всех. До 14. 15 Вилхаммер 4500. Потом котик 4, 10. Грубо говоря. И там следующий. И танк. И танк 4 почти. Я бы разбахал. Грубо говоря, здесь надо просто, чтобы все выжимали максимум. Те же хотя бы 6000, которые с бафом нас выжимает в самом конце, вон тот же ват 6 дает. Потом идут Лилхаммер 4200, это мало. Котик жмотик 3700, маловато тоже. Ну и, собственно, еще у нас, учти, что у нас еще третий танк. Так а нахер вам третий танк, что-то я не догоняю. У него нет успеха. Так что, завтра, короче, Латхип, потом эти кони, потом сюда вернемся? Ничего не нужно, спасибо. Я... Не надо. Не надо, ничего. Серьезно, не надо. А на копейки стали. Блин, ну... Мой статик, не расшалитесь, подожди. Попробуем келя, если пару траев можно. Солнышко, там бабл надо жать. Там альянс. Зашли все в инсту. Если кто-то пойдет по РЛК, Гер, я бы залетел. У меня там только 2 инста КД. Аметистовая и я сжал не руку, кажется.
пойдет, то-то я могу собрать, если кому-то впаду. А сохранился? Здесь вообще есть? Вот остался? А сохранился рекаунт с босса? Просто хочу спросить, ну, типа, какой у нас общий ДПС был на нем? И я спрошу потом у знакомых с другой гильдой. Ну, общий 123. Ага. Вижу. Ну, я поспрашиваю, сколько они там закрывают, сколько они дают. Вот ты тут? Угу. А это ты не за весь инст скинул, а точно только за Тадиус? Да.
Должен мне, кто им пишет. Дырок нету, куда сокеты тыкать. Ребят, давайте это... Саш, поставь шкаф, пожалуйста. Давай, да сумуем быстро и начнем. Времечко, времечко, но... Че, у вас немного времени осталось, да, на Келя? Да, у нас холипал через 17 минут потихоньку. Я вас холипал. Все. Ну, Сима. Че, подрубите стримак? Да. Врубите кто-нибудь, раз. Я бегу. Спасибо. Кому там сокеты нужны были? А, Ханту. Я в доллары не буду сейчас. Так и я в этом, в Максе. Ну, он в районе с нами. Кок. Ну что там, ой, ты ж похуесосить хотел, давай. Да зачем мне это надо? А? Зачем мне это надо? Я же не из детского садика. Так, Юя. Вы же с Дюмом, получается, с Владом все вместе играли. Ну и чё? Чё-то и так до этого тоже ругались. А он из другого статика. А, ну понятно. Да не похуй, даже если это будет Влад, понимаешь, я и Влада также пошлю, понимаешь? Да, решало у нас в этом плане такое. Просто смотри, как. Надо отыгрывать. Отыгрывать на максимум. Два. Да человек играть не хочет. Два ореха, понимаешь? Вот я вешаю на танка, да? Вот он сказал, что типа вешаю на Влада. Я повешу на Влада. Он сбивает, тем самым он перебивает мои орехи, мне надо перевесить на другого танка, понимаешь? Я перевешиваю на другого танка, в него агр переключается, он бросает туда орехи, понимаешь? Я понял, ну типа он ХПС хочет попиздить. То есть я прекрасно вас понимаю, я играл за все классы, за шамана тоже играл. Но такой хуйни я никогда не видел, блядь. Ну так, как ладно, бы, понимаешь? В общем, ребят, это, давайте я... Я по мане сажусь, я как бы, ну, типа... Не овергирит, что там мне покер, я могу эти орехи по КД кидать, понимаешь? Я-то по мане сажусь, и он, сука, по мане садится. Ладно, давайте ладно. Потом, давайте это потом, сейчас быстренько рассказываю тактику на Келе и поехали. Фаза у него 3. Первая фаза. Мы просто бьем трэш, он не активен. Просто дамажим трэш, милики играют по поганищам. А РТД в первую очередь играет по банше. Ну, миликов у нас, блядь, пиздец, как много, поэтому будете помогать с поганищами. Теперь а дальше. Надо перебить. Сопроты не надо. А дальше, вторая фаза. Вторая фаза банальщина, просто стоим его дамажем, он будет кидать шарики такие красные на землю. А в них нельзя находиться. И помимо РДД, следите, пожалуйста, за дебафом, на вас будет вешаться дебаф, наподобие как в логове Магика Гер, взрыв маны. Он кастует на один таргет, и, собственно, ваша задача в этот момент, пока на вас дебаф, ничего не кастовать. Если вы кастанете, вокруг рванет и шотнет кого-нибудь. Че на готовность? А, на третьей фазе еще будут жуки появляться. А, я жуков на себя буду забирать, но по возможности будем смотреть, если по ДПСу будут вливаться нормально, то это, то будете вливать по боссу. Если не будете по ДПСу успевать, я буду видеть, что долго бьем, тогда, если что, вытянешь Юю в сторону. И Раскас, если что, тоже на рейндж выйдешь, выкинешь мобу. Посмотрим по ситуации. Еще раз РЧ делаю, если все готовы, то поехали. Я готов, я стрелу прописал. Сейчас загрузить.
Прогрузился? Почти. Все, загрузил. Угу, все, залетали. Вот сюда, в центр заходим. Первую фазу все стоим в центре. Хилимся. Вон солдаты идут уже. Милики играем. Сюда выбегайте ко мне, играйте. РБД помогаем. Отлично. Вон солдаты идут, мелкие скелеты, их убивайте тоже. Эта фаза будет длиться 3 минуты еще. Толстый идет в центр. Толстячка убиваем. Отлично. Да, главное, как только банши выйдут, сразу играем. Банши вышла, банши РДД. Милики по толстому. Там толстых до хера идет. Аккуратно. Быстро все ауе залили сюда. Банши идет противоположная сторона. Даже ДД быстро свичнулись. Милики вон поганище лучше. У меня тут тоже очень много ребят. Да. Я, кстати, понять не могу, какого хуя по 3 моба идет. Один выходит, и еще следом 3. Такого не должно быть. Ну, какая-то хуйня. Может, петка? Давайте заходим еще один трек. Я так понимаю, они когда до центра доходят, они ауе знают, правильно? Да. Ты правильно понимаешь. Стойте. Туда. Петов тогда призовите, когда в центр придете. Потому что сейчас сразу тоже с пула 3 моба было неудобно. А, смотрите, давайте тогда сейчас я постараюсь далеко не отходить, хотя, блядь, никогда такой проблемы не было. Ну ладно, давайте тогда что, сейчас попробуем. Убиваем, значит, хорошо, не убиваем, значит, я не знаю, завтра надо будет, да. Либо до РТ, либо после РТ. Ну, до мы не соберемся, времени у нас не решало, не сможет прийти мне АОС. Значит, после РТ. Да, солдатов тоже, да, на РНЖ надо. Солдатиков по-любому на РНЖ, потому что они подрываются. Саш, поставь шкаф, он у нас там сарказный чинился. Последний шкаф на сегодня. Саня, ну ты поставил всего все на жизнь, пробовал? Символ шкафа ему надо поставить. Просто типа в Волгире духа до хера. 50% бафов духа. Туда я даже не 55. Давай, тут полбафаем все быстренько, я не понимаю. Кулаки, кресты пошли по рейду. Кулак по ДК, кулак по вару. И все, как только вот заходим, все моментально срываемся в центр.
Так, давайте я хочу на готовность. Все готовы, побежали. Все в центр. Побежали. Все отлично. Да. Солдатов как бы доиграем. Милики пока попа гонишь. Я понял, с такой дистанции нормальный не адрес. А, это вы когда близко туда уходили, да? Видимо, да, банша вышла. Банша играем. О, бля, я не мой научу кричать. Милики сыграли, ты погонишь. Там куча бомжуков идет. Играйте по ним. Там еще слева. Солдаты должны умирать за пределами нашего круга, они подрываются. Банши вышла, череп мне поставил. Собирайте по банши. От напэта? А, нет, нет. Вот, да, все-таки сагрилась напэта сейчас. Заливайте у нее. Там скелеты сзади, сзади скелеты. Скелетов, главное скелетов собирать. Поганище я подержу пока. Скелетов снимайте. Потом следом сразу в банши сыграли. Банши сыграли. Милики погнали, вон, следующее поганище. Еще одна банша, РДД. Да, но если бы гир у нас побольше был, можно было вообще зачистить комнату нахуй. Банши прям за толстым. Банши прям за толстым. Фарфол пригодился. Сорок секунд пробежаться надо. Банша выходит справа от поганища. Вон она, банша идет. Банша долеть. Еще одна банша. С того же портала, как откуда поганище сейчас вышло. Ее добейте быстрее, главное. Что-то вторую фазу. Доигрывайте банш. И мобов вот этих всех доиграть. Я пока агром уберу. По возможности, по возможности тикаем косты. Вот видите красный портальчик, в нем нельзя стоять. Он взорвется. Все отлично. Но рандомно его кидает. Да. Вон расщелину тьму, видишь? О, солнышко на скиллухе. Давай, да. Давай, Геру. А, не надо. Ну, понятно. Реакция. Я могу. Забыл, блядь, я лучше на вторую фазу оставлю. Понул, сорян. Мана с оргазме, следи аккуратно. Уже закончилось. Типа стопать надо было, да? Да. Она не сильно показывает, надо смотреть за дебафами. Расщелину смотрим внимательно, где?
взрыв фьюдж. Угу. Расщелина. Расщелина обратно. Взрыв. Аккуратно. В сторону отойди. Ну, я типа ничего не кастовал. Только два каста. Аус, можешь себе инер залить. Заморозка рыбоцыпа на рэндж. Отлично. Солнышко, взрыв маны аккуратно на рэндж. Отсиди там уже. Да, вижу. Ну, если что говорить, я просто за всем рейдом. То есть следить могу, что-то проебать. Таким взрыв маны аккуратно. Расщелина. О, а ну. Да, мелкий ну. Нет, ему не надо убивать. А он, в принципе, у него особо и дамажится. О босс, играем. Юй, раз под шрами заморозил. Зря. Это я бы заебал, но. Да, Дим, на ману плюс тотем. Ставлю. Расщелина. В миле вижу, отложу. Что из этих пидорасов, блядь, не видно ни хера. Шакит взрыв мана аккуратно. Расщелина. Ты как, сюда поведешь? Ну, если будет тут, то буду сдвигать, да. Пока никуда не веду. Просто думаю, куда мне дальше. Расщелина. Где? А, вот ну, там вот. Все нормально. Все, типа, убили почти? Да. Солнышко, взрыв маны аккуратно и расщелину смотрим внимательно. Я думал, страшно. Фильм я. Расщелина. В 25-ке поинтереснее, наверное, да? Да, в 25-ке еще контроль будет и так далее. И мобов больше гораздо. Чего скучно. Понимаю. Просто молодцы. О, это моя голова, да? Только Фимия БГП дал все равно. Не-не-не-не, это мой первый токен, который я свалил в этой жизни. Роб ДК, маг Друид. Ну, давайте первый рейд на этом КД, на ретроу вам все отдаю, дальше в конф. Ладно, я удаляю этого мага, нахуй. Этот, как он? Поставь портал, потом удаляй. Фьюдж, надо тебе огнестрелка? Нет, бери себе, я не хочу огнестрел носить.
Нам мне много не даст. И, собственно, последнее это жезл.